Да, входите. Здравствуйте. Как вас зовут? Так, я вас слушаю. Ясно. Хотите зрение проверить, да? А давно ли вы проверяли зрение? Когда в последний раз? Да, давненько, давненько. А что вас стало беспокоить? Так, ну ясно. Да, такое бывает. Достаточно часто. Достаточно часто бывает. Особенно у людей вашего возраста, да. Да, очень много времени проводите за компьютером, наверное, да? На работе. Глаза напрягаются, да? В принципе, так же, как у всех. Так же, как у всех. Да, у нас одна и та же проблема сейчас нашего поколения. Так, ну что, если вы не против, я сделаю небольшую такую осмотрку. Да, нужно посмотреть будет ваши глазки. Посмотрим. Небольшое такое обследование, ничего страшного. Нет, это не больно. Сейчас вы посмотрите на меня прямо. Так, голову держите ровно. Я немножко отодвину нижнее веко. Покраснение. А у вас желуда нет или выделений каких-нибудь из глаз? Нету. Значит, все хорошо. Значит, ничего страшного. Сейчас вот здесь я вам надавлю. Не больно? Не больно. Так. Поморгайте. Поморгайте. Чувство песка в глазах, ничего такого нет. Рези, боли, покалывания. Ничего не беспокоит. Отлично. Скорее всего, у вас просто небольшое понижение зрения. Ну, такое бывает. Бывает, конечно. Я вам сейчас такие капельки закапываю в глазки. С вами посмотрим на вот эту табличку, которая находится сзади меня. Сейчас вы ее как видите? Немножко расплывчато. Немножко расплывчато, да? Ясненько. Если вы с этого расстояния видите немножко расплывчато, это означает то, что у вас немножко подсело зрение. Ничего страшного в этом нет. Я вам выпишу капельки, которые вы будете закапывать на ночь. К сожалению, зрение — такая вещь, которая уже вряд ли восстановится, поэтому нужно беречь его на том уровне, на котором оно у вас сейчас. Ручки протру, хирургик сидит, потому что в перчатках не очень-то удобно. Где вы работаете?
чем занимаетесь по жизни. Понятно. Угу. Да, люди с такой профессией часто подвержены снижению зрения. И вообще, сейчас нет практически людей со 100% зрением. Так, капельки где-то тут у меня были. Так, немножко сосудорасширяющие такие капельки. Я вам сейчас закапала в глаза. Прикройте глазки буквально минут на 5. Потом мы с вами проверим ваше зрение. Так. Давайте отодвинем веко и одну капельку капнем. Поморгайте, поморгайте глазик. Не щиплет. Все хорошо, все прекрасно. Чуть-чуть. Должно чуть-чуть щипать. И второй глазик. Так. Замечательно. Моргайте глазками. Можете прикрыть их, посидеть немножечко. Угу. Так. Ничего-ничего. Должно немножко. А я сейчас пока возьму вашу карточку, кое-какие записи сделала. Вы у меня с первого участка, правильно? Угу. Как? Давайте открывайте, открывайте свои глазки, открывайте потихонечку, да, так вот. Так. Вы меня видите? Видите, да? Угу. Так, на этом уровне, вот где я стою, ничего не плывет перед глазами. Нет, ничего не плывет, да? Сейчас я возьму указочку такую. Видите, какая у меня красивая указочка. И мы с вами проверим ваше зрение. Проверим сейчас. Так. Так. Этот ряд вам видно? Какая буква? Немножко плывет, да? Угу. Это так, правильно. Это видно. Какая буковка? М, правильно. Так, и здесь. Вот это. Так, смотрите внимательно. Угу. Так, правильно. Молодец. Так, вот эту строчку видно. Вот это. Ясно.
Так, а вот это. А поточнее. Понятно. В общем, зрение у вас. Понятно все мне с вашим зрением. В общем, где-то сейчас у вас минус 3. Да. Ну, это еще не так страшно, как выходили. Долго тянули, конечно. Надо было пораньше прийти. Могли бы поймать ваше зрение еще на более ранней стадии. Так, смотрите. Давайте я сделаю небольшую обработочку. Обработочку небольшую ваших глазок. Раз вы уж пришли ко мне. Почему бы и нет? Так. Не бойтесь, не щипит. Это просто специальный растворчик антибактериальный. Работает наши глазки. Так. Так. Здесь немножечко, да. Тут большие у вас тут скопления. Да, молодец. Конечно, конечно. Большой молодец, что вы пришли. Так, следующий прием у вас будет через месяц. Быть обязательно. Я вам выпишу для начала ночные линзы, такие специальные, которые остановят падение вашего зрения. Так. И я вам дам рекомендации. Необходимо будет на какое-то время особенно телефоном, да-да, ну или хотя бы поменьше, поменьше там сидеть. АСМР можно смотреть и без изображения, просто слушать, одним глазиком поглядывать. Так, держите талончик на следующий прием. Держите, держите. Убирайте в сумочку. Так. А теперь я вам расскажу про линзы. Когда-нибудь носили линзы? Никогда. И очки не носили. Так. Смотрите. Вот здесь вот лежат специальные ночные линзы. Вот такой вот коробочки. Мы их одевать с вами сейчас не будем. Вы их оденете на ночь. На ночь наденете их на свои глазки. Перед этим вы должны будете мыться. Личико должно быть чистое. Глазки должны быть у вас чистыми. Глазки должны быть. Так. Подойдете к зеркалу. Встанете. При хорошем освещении. Вот. Такой вот у меня коробочки идут. Да, тут две пары. Две пары. Хранить вы будете здесь. Вот. Будете предварительно наливать вот такую вот жидкость, купите в аптеке. Она продается везде. В любой аптеке. Вот. Наливается сюда жидкость. Пускаете сюда ваши линзочки, чтобы они в этом растворе находились. Вот. И аккуратненько, аккуратненько. Там есть еще в наборе пинцетик специальный. Аккуратненько одеваете эти линзочки на глазки. Они выглядят как такие кругленькие пленочки. Да.
Вот, в них вы спите. Утром вы снимаете. Нельзя находиться. Нельзя, нельзя находиться так долго. Вот. Держите. Держите. Я вам все это отдаю. Держите, я вам все это отдаю. Убирайте все в сумочку. Так. Угу. Растворчик сами купите в аптеке. Еще я последний раз уже на вас посмотрю. Смотрим на мои пальчики. Я смотрю, как изменяется ваш зрачок. Думаю, если вы будете соблюдать все мои рекомендации, то обязательно ваше зрение остановится и не будет больше падать. Да, обязательно берегите свои глазки. Читайте в очках или в линзах обязательно. Также защищайте свои глазки специальными очками для компьютеров. Летом покрытие. Вот. И мы вас будем ждать через месяц. Приходите. 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 Всего доброго вам. До свидания.